Всем привет! Продолжаем смотреть интересные картины. Ян Стен в «Мире наизнанку» или «Мир вверх тормашками» или «Последствия распутства» находится в Музее истории искусств в Вене. На картине, написанной около 1663 года, где наряду с домашней сценой, представленные поговорки, изображена уснувшая домохозяйка, окруженная примерами невоздержанности и легкомыслия. Двое любовников, судя по позе мужчины, пьют вино, причем мужчина насмехается над упреками скромно одетой женщины справа и не обращает внимания на мужчины с уткой на плече. Это квакер, набожный до фанатизма протестант, ревнитель строгой морали, утка по-голландски тоже называется квакер. Он не боится шпаги и трости, орудия наказания в корзине над его головой. Льется вино, оставленный без присмотра ребенок уронил тарелку, а собака подъедает пищу на столе. На заднем плане мальчик курит трубку, девочка крадет лакомство, глупая обезьянка останавливает часы, а жаркое в камине упало в огонь. Тем временем свинья нюхает розы, которую уронил любовник. Это голландский эквивалент выражения «метать бисер перед свиньями». А игральные карты напоминают об опасности азартных игр. В этой картине есть несколько странностей. Первое – это фигуры в черном. И не просто персонажи, они что-то нашли в книге, и женщина пытается донести это до молодого весельчака. Почему-то у мужчины на плече сидит утка. В словарях пишут, что утка символизирует обман, значит, это пара лжецы. Играющая часами обезьянка. Часы тоже неприемлема принадлежность суетных натюрмортов. Ну, вот такое описание картины Яна Стена. В «Мире наизнанку» или «Мир вверх тормашками» находится она в Вене, в Музее истории искусств. Пока-пока. Всем привет, до свидания. Что-то новое узнали. До свидания.